Подарить уже ненужным вещам вторую жизнь, превратив коробочки из-под плавленного сыра или чипсов в авторские предметы интерьера, можно даже не имея особых художественных способностей. Для работы понадобятся красивые салфетки, клей ПВА, акриловые грунты, краски. Различные вещи, которые выбрасывает, мы их собираем, грунтуем акриловой краской и в стиле декупаж украшаем. Потом их состариваем. Главный принцип работы в технике декупаж – аккуратность. Для декора используют лишь один слой салфеток, на котором и нанесен рисунок. Поэтому приклеивать нужно осторожно, чтобы не надорвать тонкую бумагу. Можно украсить все, что хотите. Если хотите, чтобы вещь прослужила долго, ее можно было мыть, значит, нужно не только грунтовать акриловой краской, но нужно еще сверху акриловым лаком покрывать. Постоянная участница библиотечных мастер-классов Аня Топал уже была знакома с техникой. Но вот с пластиком в качестве основы работала впервые. До этого я делала на дереве. На стекле делала, и вот сейчас вот освоила на пластике. Легче на пластике. Просто, ну, не знаю, как-то пластик легче дается. Но большинство участников мастер-класса в этой технике работали в первый раз. Такие поделки никогда еще не делала. Подарю бабушке, она туда там что-нибудь положит. Например, конфетки, там печеньки или там что-нибудь себе на обед, на работу. Очень красиво, и ребенок очень доволен. И получается даже у тех, кто этого ни разу не пробовал. Такие мастер-классы по декупажу библиотека планирует проводить на регулярной основе. Следите за афишей. И не забудьте записаться на занятия заранее. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.